класса Анна Юдина. Сергей Литвулин на языке международной семафорной азбуки объявляет, что на Красной площади Центральный военно-морской оркестр «Москва». Лет назад оркестр имени Римского-Корсакова впервые представлял Россию на знаменитом Эдинбургском военном фестивале и вызвал огромный интерес зрителей. А сегодня напомнил нам, что Москва – это порт пяти морей. Пожелаем коллективу новых музыкальных побед на